торжественное открытие соревнований. Мы вас мы как раз говорили про открытие, думали, значит, в 6 часов вечера перед самым, ну, а сейчас самым, как говорится, профессиональным. Да, видимо. Этапом турнира. Напомню, что это соревнование на Кубок прибоя. Третий год подряд проводится, и второй год идет трансляция турнира. Причем прошлогодняя трансляция, кстати, есть. А, до сих пор есть? Да. Я сейчас зашел, посмотрел, она висит. А я не видела, надо зайти посмотреть. Тоже более ритмичные уже детки, то есть более уже музыкальные. Попадают же в музыку, видите, как это, да, вот так, прямо вот в такт. Также построение, то есть корпуса, соответственно, ровные, растянутые позиции, подтянутые. Вот 131 и тоже в ритме. Все равно маленькие, хорошенькие. Ну и, конечно же, финалистам мы аплодируем. Да, закончился финал. Да, наверное, после всего же, да, награждения? Вот у нас сейчас еще заход пройдет, 11-й. У нас, да, сейчас 10-й пойдет и 11-й год. А, и после него награждение да, пойдет. Да, финальные соревнования. Три танца. Будет на площадке А.